Thank you.
Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Зергоплей. Ну что ж, сегодня мы поиграем в каталог. Так что, приветики, ну что ж, я с вами сейчас поиграю. Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Зергоплей. Сегодня мы поиграем с вами в каталог. Но главное, шумит реально сейчас. Это я буду делать себя, точнее, мой старый скин. Я сейчас приду, господа, сегодня я буду делать свой скин, да. Мой старый скин в Роблоксе, мой старый аккаунт в Роблоксе. Thank you.
представлю вот это вот. Если у меня бы было бы это вот. Это мой старый скинчик, если че. Надо что-то туда добавить, а то я буду ходить как-то удовольно. Нет. Надо что-то такое. Это прекрасно, я не выглядел мой никнейм, старый мой никнейм выглядела бы, когда это был бы не фри аккаунт. Оно выглядело, как оно было. Мне надо, значит, вот это вот одеть на себя. Если бы это так бы выглядело. Она бы выглядела именно вот так. Потому что это же украинка, она именно украинка. И крестик надо. Обязательно крестик не надо. Я нашла идеальное. Паночку, панда, фиолетовая армия. В принципе, подходит. Мой старый никнейм выглядел бы вот так, выглядел бы. Вообще красиво. Еще котейка, да.
похожа на ёж больше всего. Потому что носит фиолетово, я похожа. Ну, хоть похоже, да, прям. Кот, блин, обливается, да, потому что вот здесь у меня кот был именно обливающим, да, вот таким. Таким именно обливающим, белым и черным, да. Будет обливаться. Но получилось так красиво, я не ожидала. С вами была я, ваша любимая Астрогоплей. Всем бай-бай, увидимся в следующей серии.